Привет, друзья! Продолжаю я серию своих утиных охот сезона 2020. И нахожусь я на одном из своих любимых душевных мест. Это мои ближние, как я их называю, дачные торф-карьеры. Да, здесь, если так можно сказать, ну, начинал я охотиться давно, еще и не добывал утку, но вот здесь, вот именно давным-давно я добыл свою первую утку. А точнее, даже их было две. Это я никогда не забуду. Вот, был такой азарт. У меня еще лодки не было. Ходил я пешком по косе, туда-сюда ходил. Вот. В общем, эти карьеры, это место вообще, эта охотничья карта мне очень близка по духу. Кто меня постоянно смотрит, вот мои охотничьи фильмы, те их прекрасно знают. И в прошлом году на открытии я был именно здесь. Там получился такой довольно длинный у меня фильм. Он был с разведкой, то есть я заранее приезжал, смотрел, куда вставать. В общем, ну, посмотрите, я ссылочку оставлю в описании, кому интересно. Здесь место-то, конечно, хорошее, и оно всегда было традиционно утиным, но также здесь и очень высокий прессинг охотников. В основном вся птица, масса добывается именно на открытии, и вот неделю после открытия. В августе. Дальше, конечно, она перелетает куда-то, садится в более труднодоступные участки или же вообще улетает на другие какие-то водоемы. Ну, посмотрим, у меня душа сюда тянет. Я сегодня вновь с чучелами, будем ставить с вами чучела и пройдемся мы уже не по каналу. Я сейчас все покажу вам, кто не видел эти карьеры, сейчас будем изучать заново. Как мы уже поняли, в этом сезоне воды очень много, поэтому, естественно, эта охотничья карта, она как-то изменилась. Вот как, мы уже сейчас посмотрим с вами на воде. Мне осталось одеть мои телепузы, напялить и вперед на воду. Все, ребят, не пуха нам, буду оттуда уже показывать, как там обстановка. Кто меня давно смотрит, тот знает, что вот этот канал, он идет туда прямо до большой воды, до большого озера, вот где мои островочки любимые, плесик. Но в этот раз мы по нему не поплывем, а пойдем мы с вами, раз уж воды много, пойдем мы с вами вот этой стороной, через протоки, через проходы, через вагонетку, на которой я когда-то там, есть у меня и такой фильм, взял двух уток, сидящих прямо на ней, ко мне попой. Было такое. Жара стоит вообще, ребят, сейчас градусов 22, наверное. Ну, не меньше 20 точно. Я прям уже... А я уже сразу утеплился, термуху одел на вечер. Вот, пожалуйста, ребят, смотрите, где она сидела. Вон она пошла. С ума сойти-то, прямо здесь сидела утка. Вот то, что я вам и говорил. Ну, мне, в принципе, так и надо. Вот она, вот здесь она сидела, одиночка. Мне, в принципе, так и надо, чтобы утка уходила туда, потому что охотиться-то я буду вот как раз с той области. Нет. И вон там где-то был проход на большую воду. Теперь его надо будет искать. Он тоже, скорее всего, весь затянут. Там, где вагонетка еще лежала. Вот, ребят, вот, видите, вагонетка, да? Вот я по ней меряю уровень воды. Она сейчас практически под основание. Это значит, воды очень много. Потому что обычно она, конечно, довольно-таки оголена. Ну, если я здесь прохожу свободно, то это вообще красота. А обратно мы по каналу. Уже ночью поплывем по каналу. Да. Ну вот, друзья, все. Мы с вами на большой воде, на большом озере.
Там этот мой островок, его, наверное, подзатопило. Мы сейчас до него доплывем. А вот вставать я буду на плесик. Вот где был на открытии как раз. В прошлом году. Ну вот, ребята, этот мой островочек. Он весь в воде практически. То есть сюда, наверное, не встать нету. Хотя, наверное, можно. Там была такая довольно твердая всегда. Но я хочу все-таки вот на тот плесик посмотреть, что там. Может, там можно будет. Там вроде тоже твердая поверхность была. Посмотрим. Хорошо бы на этот плесик вылезти. Но боюсь, он тоже затоплен. Но сейчас тут места есть. Я эту карту очень хорошо знаю. Места, где встать, тут всегда есть. Есть такие прям возвышенные косы эти. Твердые. Вот куда-нибудь в ту сторону. Ну, кстати, и утка может там и сидеть. Там такие тоже труднодоступные. Там лысуха любит сидеть. Но эту лысуху-то мы не берем. И утка там тоже. И вот, вот эти вот места, это тоже вот утиные. Они любят вдоль тех берегов вот очень хорошо осаживаться на вечерку. Я туда ни разу не вставал, потому что там вот это вот все, это вот все тростник. Туда просто не подлезть. То есть только в лодке сидеть, а так я не охочусь. Сейчас туда вот, в общем, путь держим. Сперва на плес посмотрим, а дальше вот в тот угол. Посмотрим, что там. Там она тоже всегда любила сидеть. И сейчас, я так понимаю, воды много, там проход будет. Там такие протоки. Посмотрим, может, поднимется. Как раз поезд едет. А мы потихоньку двигаемся, ребят. Там вон утка плавает. Вон они, две там плавают. Приспокойно себе. Куда-то они туда в заводь пошли. Да, они сейчас уйдут, конечно. Нет, это дохлый номер. Все, они туда куда-то в заводь, за траву. Что-то они там плавают, кормятся. Но это не хлопунцы. Это нормальная утка. Попробую. Кувшинка меня встречает. Ну, как всегда, вот эта красота. Утка пошла на канал, прямо две. Я сейчас зайду с тыла. Если успею, конечно. Вот красота какая, ребята. Утка куда-то делась. Я думаю, что она по кустам куда-то полезла. Вот они сюда заплыли и все. Исчезли здесь. Я думал, что вот она, эта коряга. А там-то впереди упала береза и перекрыла канал, перегородила. Теперь только вот так, в обход. Да, прям поперек канала береза лежит. Они практически в воде стоят. Корни потихоньку подгнивают, а воды, я говорю, в этом сезоне очень много. И все, и падает. Не выдерживает и падает. Вот так вот, ребята, перекрыло нам. Теперь по этому каналу мы уже с вами не поплаваем, к сожалению. Вроде крякнуло отсюда. Они вот. Beep.
Есть. Вот так вот. Да вроде не понял, ребята, а вроде две утки. Так, одна в кустах, но это в кустах сейчас мы проверим. Она там, скорее всего, лежит, дошла. А вот это куда делось? Все, этот и нету, утонула, что ли, или занырнула. Ну, два выстрела прям вообще в лоб ей. Это как так-то? Она еще такая крыльями начала, потом еще один выстрел уже на излете. И все. И нету. Вот это номер. Вот она, лежит, конечно, крыло я и выбил вообще. Ну, ну да, он прям это самое. Ну, вот так вот она должна быть. Не очень-то это эстетично, но все равно добыча есть. Во, вот так вот. Неожиданно прям. Ну, ребят, короче, пересидел я ее. Вот так вот. Пересидел. Вот так вот, ребят. Крякал, наманил. Она и вылезла. Где-то здесь я стрелял. Как так-то вообще произошло, ребят? Я даже не понял. Ну, в общем, тут это лазить. Это, конечно, сейчас я попробую ее с другой стороны обплыть, обойти. Но что-то мне это что-то непонятное произошло. В общем, два раза стрелял. Это что за патроны такие? Я не знаю, что это за фетр такой. Да уж, вот такого я вообще не ожидал. Не, ну все, видимо, все. Это куда-то уделось. Ну, ребята, то, я не знаю, это у меня первый раз вот вообще такое, чтобы вот так вот она куда-то... И, ну, не утонула же она, правда, утка так не тонет. Видать, занырнула либо влево, либо вправо, куда-то она, в общем-то, делась. Куда, я не знаю. Все, я крякаю, ну, никак она не отвечает, ничего. Ну, не знаю, что сказать. Ах, жалко. Вот так вот. Я не знаю, вот так бывает. У меня такой первый раз. Вот так вот. Я все-таки, ребят, все. Мы сейчас держим курс вот на тот мысок. Там такая лагунка. И оттуда уже чучела будем ставить. Я поставлю чучела. Там посмотрим. Они вообще всегда любили утки тот угол. Посмотрим. Может, там будет летать. Все, сейчас будем ускоряться. Потихоньку и вперед. На вечерку. Все, друзья, я доплыл до этого плеса. Что-то я так понимаю, что он затоплен весь. Что плохо. Сейчас я посмотрю получше. Или нет, или вроде есть там. Или вроде есть твердое. А вроде и твердое, ребят. Да, вроде там даже вон. Не-не-не-не-не, там почва, там все нормально. Но утки нету. Она обычно вот так сидела. В прошлом году вот там вот ее прям куча была, она там кормилась. Ну понятно, то было перед открытием. А сейчас все, тишина. Вот это ее любимые углы. Ну, я прям думаю, чучела вот здесь выбрасывать и все. Вот прям сюда. Да. Тут ряски водорослей никаких нет. Так что прям отлично.
Ну, прекрасно. Я считаю, такая нормальная стайка. На ветру покачивается. Ну, конечно, да, это у меня такие самые дешевые, дешманские чучела, которые только были. Ну, как видели, рабочие. В прошлом фильме на них утка хорошо заходила. Так что на прошлой охоте было все прекрасно. Все, я на берег. Тут даже, вон, я смотрю, костер жгли. А вот это вот, оказывается, вот, ягода. Это послен, мне объяснили. Кто-то там, ребята в комментариях, послен, ядовитая штука. Нельзя есть такую. Правильно я делал, что не ел. Все, выгружаю сейчас сюда. Давайте посмотрим на глубину. А, вот так, да? То есть на корнях нормально, а так... Да нет, нормально здесь. Пыш-контейнер чей-то валяется. Так, вот это нам здесь не нужно. Ну да, костер. Вот где был костер и где уже все развезло. Вот так вот. Ну вот, к вечерке готов. Все, чучела сидят. Я чуть-чуть ближе к лодке сдвинулся, вот сюда вот. Потому что, ну, здесь вообще просто все гуляет. А здесь еще более-менее, вот, почва твердая. Я сижу на своем рюкзаке, стуле, вот, как обычно. А, чучела сидят. И традиционно, естественно, покрякал, реакции никакой. Утки здесь мало. Это вам не те утиные карьеры, где просто утиный рай какой-то. Вот, там пусть хлопунцы дорастают, я туда пока не езжу. Я думаю, что в сентябре я как раз вот во второй заход... Как обычно, я уже в сентябре туда приеду, когда полетят. Все, сейчас буду сидеть манить, смотреть в бинокль. Посмотрим, что из этой вечерки у нас с вами здесь получится. Ну и не пуха нам. В принципе, уже не пустой, уже хорошо. Просто красота была. Вот у меня всегда так. У меня вот что-то, вот каждая охота уникальная. Сейчас пока сидел, ребят, я утеплялся, как обычно. Уже так похолодало, ветерок еще в спину. И сзади, вот так вот сзади, прям крылья слышу. И вот она вот так вдоль вот того леса вот так прошла и куда-то туда. И в тот угол. Вот я хочу сейчас бинокль глянуть. Чучела она заметила. Одиночка. И куда-то ушла. А это селезень, похоже. Ну что, как тогда? Будем ждать, чтобы подплыл. Вроде сюда он плывет. Да-да-да, вот он сюда плывет. Вот он уже ближе. Близко, но не на выстреле. Близко зубы. Вот он. Есть. Есть. Есть, ребята. Жалко, я, по-моему, чучело задел свое. Ну, прям к чучелу подплыл. Я уже не стал его там, чтобы он поднимался.
все нормально, спортивно, не спортивно опять начнете. Да нет, нормально, все, разрешенным методом добыт. Вот он. Вот это я понимаю. Ну, на чучела зашел и плюс манок, ребят. Вот опять классика. Вот вам классика. Ну, вот это вечерка, я уже понимаю. Отчитался я за ту утку, ребят, все нормально. Вон он лежит. Чисто битый. Ну, здесь, не, ну, здесь метров, наверное, 50. Здесь нормально все. Здесь все прям четко. Ну, я встал, что же он меня не заметил-то? Надо было ему улетать. А еще так этот, вот контраст такой, сливается он с водой из-за тени вот деревьев. Прямо деревья тень на воду отбрасывает, и я прям не вижу, он не на светлом, а вот как раз на темном, где зеленое, он прям слился там. И я, по-моему, попал по чучелу по-своему. Ну, так получилось, он прям рядом, не знаю, может, пару дробин. Ну, не специально. По чучелам ребят не стреляют. Это моветон. Так что вот с полем, друзья. Ну, вот это я понимаю. Один выстрел, одна утка. Все, селезень, взят, крикаш. Это прям, ну, слушайте, это прям как весенняя охота у нас получается. Ну, а что делать? Ладно. Ну и все, ребята, пока все. Ну, там где-то мужики вот, вот с той стороны. Что-то переговаривается, ну, не летает она. Вот этот один единственный, вот который пролетел. Хорошо, я вот, вот еще раз, кто прошлый фильм не смотрел, еще раз говорю. Вот бинокль на охоте, бинокль, штука незаменимая. Без него бы никак, я просто не определил бы, что он сел, я думал, что он улетел. Выхватил взглядом и дальше уже... Манок на охоте тоже вещь незаменимая. Работа манком. И да, все-таки, наверное, чучела. Хотя, может, и без чучел бы он, но чучела, наверное, тоже свое отдают знать. Вон она и пошла. Вон она. Бах-бах и мимо. Странно. А должен был взять, по идее. Ну ладно. Мазила. Не, ну все, мужики. Это уже все. Я думаю, все. На этом надо заканчивать. Она отлетала. Все. Вот буквально... То, что я видел, один и вот этот, по которому стрелял. Все. Лодку подкачаю немного. Подсдулась. А плыть далеко. Вот это, ребят, вообще. Я смотрю, чучела там у меня вообще. Вот, я не знаю, там видно в фонаре, нет. А селезень уже здесь. Вон, вот он плавает. Главное, в ту сторону, куда надо. К берегу. Не, сейчас его заберем сперва, а потом уже чучела тогда. Посмотрим, попал я в чучело, нет? Ну, вот он, красавчик лежит, вот он. О, хорош. Прям такой хороший товарищ. О, о, ну... Красота, ребят. Вот так вот. Вот такая вот красота. Прям вообще отлично. Отличная охота. Чистенький селезень. Не то, что этот у меня получился. Так, и теперь назад к чучелам плывем. Ничего себе он отплыл. Все, друзья, собираю чучела. Хорошо отработали сегодня. Красота. Все-таки как-то на них он реагирует. Иначе бы он сюда не сел. И обратно, а на берегу уже пообщаемся, как обычно.
Ну что, друзья дорогие, закончилась моя еще одна моя охота. И сегодня добыто две вот такие замечательные утки. Один прям селезень такой жирный, классический. И вот эта уточка поменьше. Но так получилось, почему-то стрелял вроде как бы издалека, то ли... Не знаю, вот эти патроны Фетер, они у меня, ну, может, из моего ружья, просто они не всегда нормальные, или партия такая. У меня такое ощущение, что не успел раскрыться дробь, то есть контейнер не раскрыл, и в итоге как бы чуть-чуть ее раздербанило. Но все равно забираем. Вот такой вот трофей, ребят, сегодня на моих любимых, душевных, так скажем, карьерах, торф-карьерах. Третью утку я вот не знаю, у меня действительно первый раз такое, вроде я стрелял, все четко, по камере там видно даже, она упала, после второго выстрела вроде как начала так, ну, пытаться взлететь, видать, первым крыло, в крыло попало, она пыталась взлететь и просто как бы упала, и все, это после второго выстрела, а потом ее нету, то ли она утонула, я черт его знает, ребят, ну, в общем... Посмотрел я потом по кустам, пошарился. Ну, вы сами все видели, и нету. Вот так вот. Не знаю, у меня вероятность того, что, может, занырнуло, и какой-то подранок куда-то уполз в кусты. Ну, в общем, не дай бог, конечно. У меня вообще крайне редко такое происходит. Я всегда стараюсь стрелять, как бы продумывая на несколько шагов вперед, как ее потом забирать без собаки и так далее. А тут, ну, так вот получилось. Но все равно, в общем-то, от нуля ушел. Две утки, хорошо, ребят. Такая сегодня получилась. Спокойная, я бы сказал. Ну, не знаю, понравилась вам эта охота или нет. Уж как есть оно на самом деле. Вот все показываю, как оно есть. Чучела, опять же, сработали. Вот этот красавчик, он у меня-то как раз и зашел. Но, правда, опять же, сел он чуть дальше них, опять где-то метрах там в 120-150 примерно, из-за кустов было не очень. И потом опять же работа вот манком сделала свое дело. Он начал подплывать, я там за кустиками сидел, меня не видно было. Он так начал подплывать потихоньку и выплыл на выстрел и был чисто добыт. Там уже было 50 метров, а это мы берем. В общем, ребят, ну что, можно сказать, с полем... Вот, спасибо, что смотрели. Большущей вам удачи. По традиции желаю ни пуха, ни пера на охоте. Ну и пока увидимся в новых приключениях этого сезона. У нас еще надо рябчика будет проверить. Хотя, наверное, сейчас они еще пока не созрели. Ну да ладно, посмотрим. Пока, ребят.